Здравствуйте, подписчики моего канала Арка Лайф. Не знаю, что здесь произошло. Мы попозже получим видеозапись. Вот такой УАЗик оказался как-то там. Не знаю, конечно. Это только покажет видеозаписи. Попозже в это видео будет монтировано оно. Что-то бордюр чуть-чуть отполнен. А вот следы. Наверное, машина была припаркована. И самокатом она покатилась. Что-то никого нету. Хорошо, что людей не было. Никого здесь. Тут уже полиция. Самокату по направлению движения машины. Вот такие вот пирогенности. Ну не удивительно, у нас как-то и знаки самоликвидируются. Знаете, я живу на этой улице где-то 71 года, никогда их знак не было. В прошлом году поставили знак везде. И самое интересное, я уже вижу второй знак, погибший на этой дороге. Не держится в нашем городе знаки. Прикольно. Слава богу, хоть никто не погиб. Самое главное. Вы смотрели перевод слайд.